кстати, мои любимые, добро пожаловать в новое парфюмерное видео, я вас в нем очень-очень рада видеть. Сегодня мы будем с вами открывать для себя и обсуждать парфюмерию, которую я выбрала исходя из нот. Я ее не слышала, но она, учитывая мои предпочтения в нотах, должна мне понравиться. Ну и вам тоже, раз вы смотрите мои обзоры. Я думаю, что у нас с вами вкус все равно в чем-то схож. Итак, все ссылочки на парфюмерию я оставлю в описании под видео. Я ее все в пробничках заказывала, что очень удобно. Понравится — оставлю себе, закажу в полноразмерной версии, не понравится — не буду оставлять. Конечно же, я ее заказывала на рандеву в моем любимом парфюмерно-косметическом магазине, и я вам также, кроме ссылочек, оставлю в описании мой скидочный промокод на 10%, который называется 10 Love Shop. Он даст вам скидку 10% абсолютно на все товары. Он суммируется со всеми скидками и акциями на сайте, действует при заказе на сумму от 2500 рублей. Он постоянно многоразовый, поэтому просто запомните, как он называется, и применяйте его в корзине при всех своих последующих заказах. Итак, давайте приступать к сегодняшним парфюмкам. Всем желаю приятного просмотра. И первый парфюм, который мне хочется рассмотреть в сегодняшнем обзоре, называется Orange Chic Castle Bladjic для женщин. И здесь огромное количество прекрасных цитрусов, самых-самых вкусных, самых ароматных, и плюс белоцветочность. И этот парфюм совершенно недорогой, он стоит 4000 рублей за полноразмерную версию. Давайте послушаем, как он пахнет. И пахнет он чудесно. Он открывается как раз этими самыми цитрусовыми. Здесь и грейпфрут, и лайм, итальянский апельсин, и мандарин. Как же это сочно, как же это свежо, какие здесь натуралистичные, прекрасные цитрусы. И этот аромат я бы могла характеризовать даже как одеколон, а не как парфюм, потому что он очень свежий. Здесь, несмотря на то, что содержится и апельсин, и мандарин, этот парфюм не теплый, он прохладный, он освежающий, он очень легкий. И, знаете, в сильную жару вам очень захочется политься им просто с ног до головы, и вам будет хорошо. Помимо эффекта охлаждения, все цитрусы имеют эффект антидепрессанта, поднимают настроение. До сих пор звучат эти цитрусы, но здесь начинают уже вмешиваться средние ноты. Это нероли и цветок апельсина, та самая белоцветочность, о которой я вам говорила. И в базе здесь мускус, он все это закрепляет и придает сексуальности этому аромату. Чудесный, очень качественный, чувствуется, что из хорошего сырья созданный парфюм. Дальше. Я хочу рассмотреть с вами уже конкретно два одеколона. Они тоже недорогие, и, судя по нотам, они должны мне понравиться. Первый называется 4711 Aqua Colonia Saffron and Iris. То есть шафран и ирис. И здесь всего две ноты. Это ирис на первом месте и шафран на втором месте. Давайте послушаем. Стоит это все за 170 мл всего 5000 рублей на рандеву. Плюс скидочный промокод 10%. Представляете, как это будет выгодно. И такая классная здесь бутылочка. Действительно, как у одеколона. О, так, я буду это кидать в корзину. Девочки, это прекрасно. Я обожаю ирис, да еще и с шафраном. Да такое количество миллилитров, я буду им просто поливаться. Мне очень понравилась эта оригинальная бутылочка. Такой классный, настоящий ирис, такой нежный, такой пудровый, и слегка тут на подпевках великолепный шафран. Обожаю две эти ноты, они здесь вместе, и ничего к ним больше и не нужно. Очень-очень качественный одеколон. И дальше второй, от этого же бренда, мне уже не терпится его послушать, называется 4711 Aqua Colonia Pink Pepper and Grapefruit. То есть розовый перец и грейпфрут. И здесь, собственно, две вот эти ноты заявлены. Я хочу услышать что-то очень красивое. И хочу это тоже захотеть заказать. Да. Да, 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 да. Это то, что нужно. Девочки, это настоящий грейпфрут. И чуть-чуть здесь розового перца. Ой, как здорово. Такой розовый, такой сочный, такой свежий, и вот с этой самой небольшой горчинкой. Чудесно. Так, давайте посмотрим, сколько он стоит. Тоже 170 мл, 4800 рублей. Надо купить. Да, очень легкий, очень свежий грейпфрут. Одеколоны, они хороши тем, что ими можно поливаться. То есть вы от них не устанете, это что-то очень легкое, очень такое невесомое, невысокая здесь концентрация, и да, вам будет комфортно. Дальше, следующий парфюм, который мне очень хочется послушать, это Элизабет Арден «Белый чай». Наконец-то появился пробник у этого парфюма, я вас даже как-то спрашивала, как он, чем он пахнет, опишите мне, потому что у меня, конечно же, есть зеленый чай. Это то, что стоит 5 копеек, но то, что имеет такой богатый букет. Ой, это тоже
стопроцентное попадание. Надо это тоже заказать в полноразмерной версии, потому что это замечательно. Какой нежный, легкий и при этом, да, сложный аромат. Такой благородный, такой чистый, свежий. Здесь морские ноты в начале, плюс папоротник, плюс мандарин и мускатный шалфей. Чудесно. Дальше средние ноты. Белый чай, белый ирис, мате. И база экзотическая древесная нота, амбретта, бобы. Тонко и амбра. Морские ноты здесь, кстати, очень достойные. Не дешевые, не как высвежители воздуха для туалета. Ну, у меня почему-то вот такая ассоциация. У нас в детстве всегда был освежитель для туалета вот с морскими нотами. Я прошу прощения за то, что я такие вещи говорю. Ну вот все эти детские вещи, да, из головы не выветришь, все эти ассоциации жуткие. Нет, здесь прям такие морские, то есть настоящим морюшком таким пахнет, солененьким, свеженьким, папоротник. Здесь такой водянистости опять же придает. Мандарин. Здесь очень нежный. Мускатный шалфей тоже нежный. Белый чай, белый ирис. Вообще этот парфюм не насыщенный, он достаточно такой нежный и легкий. И понять его как-то сложно, потому что он не бьет, но он очень комфортный. И мне хочется его в полноразмерной версии. Я очень рада, что его выбрала. Дальше следующий парфюм, который мы с вами посмотрим. Givenchy Neroli Original. Я подумала, что я еще не все парфюмы от этого бренда изучила, поэтому заказала несколько, потому что мне нравится этот бренд. Я уверена, что я много достойного в нем еще не открыла для себя. Ну что, это замечательно. Это Neroli, плюс ирис, плюс ваниль, плюс мускус. Да, я, исходя из нот, выбирала этот парфюм. И это чудесно. Ой, какой красивый здесь флакон. Совершенно прозрачный, такой классический. Правильные формы. Красивая здесь крышка. Как он здорово выглядит. И он пудровый, ирисовый, ванильный, мускусный и белоцветочный. Потрясающий аромат. Мне тоже его хочется. Девочки, сегодня как-то все идет так, как надо. Смотрите, 5 парфюмов и точное попадание. Замечательно. Дальше. От этого же бренда, от Givenchy, я нашла пробник парфюма, который называется Very Easy Irresistible Summer Sun. Я вообще люблю эту линейку. Мне хотелось прям узнать именно этот аромат, потому что мне кажется, что здесь должно быть что-то теплое и что-то очень красивое. Угу, парфюм очень красивый и очень солнечный, жизнерадостный. Здесь звездчатый анис в верхних нотах плюс лимон. Я вообще к анису как-то с настороженностью отношусь, но здесь прям была уверена, что должно быть все сшито так, что должно понравиться. Средние ноты танжерин и ландыш и база здесь пион и вербена лимонная. Красивый. Цитрусовый теплый аромат с добавлением ландыша. Анис здесь очень нежный. Да, правда, поднимающий настроение, такой заряжающий, жизнерадостный парфюм. Дальше, следующий парфюм, который обязательно мне нужно было иметь вот в такой версии, чтобы его на себе разносить. Сколько раз я его слушала в магазине, я совершенно его не могу понять. Хотя все коллекционеры парфюмерии его имеют в своей коллекции. А вот я как-то почему-то все мимо проходила всегда. И мне хочется вот его наконец-то по-нормальному расслушать. Линтердит 2018. И я вот сейчас его слушаю и понимаю, господи, как же это замечательно. Почему я мимо него ходила? Ведь он по нотам просто роскошный. Здесь груша и бергамотный старт, туберозы, цветок апельсина и жасмин в середине. Базы здесь пачули, ваниль, амброксан и ветивер. Это очень красивый, теплый белоцветочный аромат. И пачули здесь мягкие и нежные. Их здесь немного, они здесь не мужественные. Груша и бергамот вообще чудесное сочетание, потому что груша сама по себе водянистая и теплая, а бергамот ароматный и холодный. В серединке здесь тубероза, она как раз теплая, цветок апельсина тоже теплоту дает. И жасмин дает теплоту. То есть это не холодный аромат, что мне нравится. Пачули, как я сказала, в базе нежные. Ваниль опять же теплоты придает. Амброксан такую химию здесь создает волшебную. Ну и ветивер делает базу такой мягкой, древесной. Какой классный аромат. Почему я мимо него ходила? Боже мой, девочки, надо его обязательно заказать. Вот я какая-то, конечно, странная пчела. Так, дальше. Последний парфюм. Initial Parfum Spray Mask Therapy. Люблю мускус, и здесь что-то очень легкое, невесомое должно быть. Давайте послушаем.
Угу, замечательный, легкий, такой акватический аромат. Здесь в нотах белый мускус, обычный мускус, черная смородина, бергамот, мандарин, магнолия, белый сандал и гедеон. Замечательно. То есть это сверхсексуальный аромат из-за мускуса в составе, плюс ароматная черная смородина. Она здесь очень хорошо ощущается, плюс ароматный холодный бергамот, плюс теплый мандарин, плюс магнолия, белый очень красивый нежный цветок, теплый белый сандал и белоцветочный гедеон. Да, то ли у меня какое-то сегодня настроение такое, что мне все ароматы нравятся, то ли правда сегодня все ароматы, все 8 из 8 великолепные, просто великолепные. Закажите хотя бы пробники, и вы полностью разделите мое впечатление, мое мнение. Вам это все безумно понравится. Ну вот и все на сегодня. Все ссылочки для вас оставлю в описании под видео. Не забывайте использовать мой скидочный промокод, чтобы хорошо экономить. Да, оценивайте, пожалуйста, это видео. Подписывайтесь на мой канал здесь на YouTube, на мой телеграм-канал, на Яндекс.Дзен канал, а также на два мои телеграма, где я продаю парфюмерию и вещи после обзоров. По ценам гораздо-гораздо ниже, чем везде. Поэтому буду вас везде ждать. И встретимся здесь с вами в моем следующем видео. Всем до скорых встреч!